Всех приветствую, народ, с вами Black Market, у нас 31 марта, я листал ленту новостей ВКонтакте и наткнулся на топовую группу, в ней каждый день проводят розыгрыши на деньги, также дают промокод на различные сайты с халявой, называется на халявный заки, ссылочку я оставлю в описании, видим, что здесь проводится розыгрыш на 5 рублей, условия лайк, подписка на группу, уведомления, подписка на рассылку, итоги будут завтра, так что успейте, участвуйте и получите свой приз, есть отзывы, то есть все честно, вот люди получают выплаты, свои призы. Все четенько. Я также написал админу, пообщался с ним. Он еще занимается благотворительностью. Это очень круто. Давайте добьем ему до 1000 сабов. Все будет четко. Смотрите, здесь халявы много очень. Оставлю в описании ссылочку на эту группу. А теперь переходим к ролику. Ну а сегодня, народ, расскажу про три сайта, где можно работать совершенно без вложений, без рисков и начиная с нуля. Первый у нас сайт, да, TeaserFast. У нас расширение для браузера. Чтобы начать зарабатывать, нужно прийти по ссылке в описании, зарегаться, займет у вас 10-15 секунд, потом установите расширение, вот так оно выглядит. Здесь нажимаете «Показ рекламы», и когда вы будете работать в интернете, вам будет показываться различная рекламка справа, слева, и за него выделяется денежка. Все очень просто. Здесь также можете добавить свою рекламку. Давайте увидим денежки, накопилось 11 рублей. Здесь можно выводить на Payr или Money. Так, я буду на Payr, вот она рекламка такая, и за нее вам платят деньги. Так, 11 рублей. Вывести, минималка выплата 1 рубль, выплачено, переходим про кошелек, обновляем, плюс 11 рублей 50 копеек с проекта TeaserFast, так что расширение платит, заходите, регистрируйтесь и зарабатывайте без вложений. Следующий сайт у нас IPWeb, он работает с 2004 года, здесь очень много исполнителей, очень много заданий, вводим в аккаунт, очень простая рега, переход в описании и можете авторизовать любую удобную соцсеть. Нажимаем войти, здесь мы выполняем различные задания за деньги. Как вы зарегались, переходим в заказнический кабинет, пришли, сразу заходим, платежные реквизиты ставим все, социальные сети, чем больше у вас будет привязанных соцсетей, тем больше у вас будет заданий. Потом переходим в заработок, заработать, здесь можно зарабатывать на серфинге, на соцсетях, специальная программа есть для заработка, почтовый ящик, вы прочитываете сообщение и вам начисляется денежка. Заходим, просто вот подписывайтесь на инстаграм и вам платят 33 копейки, это все очень быстро. Начать выполнение, переходите на Instagram, подписывайтесь, переходите обратно, подтвердить, и все, деньги зачислились. Также ВКонтакте, Одноклассники, разные соцсети, давайте я вам покажу выплату. Вот идет рекламка с предыдущего расширения, за которую платят деньги. Нажимаем вывести. Так, здесь вводить можно перфмани, вебмани, двкэш, Яндекс, Киви, Payr, я буду на Payr. Так, получается, отбиваем сумму. И нажимаем перевести. Здесь ручные выплаты, но выплата быстро поступает. Им уже множество раз здесь вводил. Сайт платит, все четко, он давно работает. Здесь очень эффективно рекламу давать также. Есть партнерская программа, можете приглашать друзей и зарабатывать еще больше. Вот рекламка прошла с предыдущего расширения. Следующий сайт — это Cashbox. Он работает в WebMoney. А WebMoney, как знаем, шлаков не берет. Это проверенный сайт, тоже давно работает, больше 3 лет. Здесь очень много исполнителей, также рекомендателей. И зарабатывать на различных вопросах, заданиях, приложениях. Вводим в аккаунт. Так, личный кабинет. Обязательно, как вы зарегались, присоединяем все аккаунты в соцсетях. Чем больше у вас будет присоединено аккаунтов, тем больше будет заданий. Потом переходим в задачи, социальные сети, произвольные, приложения, опросы. Заходим в произвольные. Так. Здесь есть задания по 37 рублей, по 45. То есть здесь задания более дорогие, чем в предыдущих буксах. По 120 даже есть. Выполняйте задание. Еще можно зарабатывать на установке приложений на свой телефон. Так, давайте покажу выплату. Нажимаем вывести. Здесь можно вводить на WebMoney. Так, сумма 8 рублей. Нажимаем вывести. Все, отлично. Скоро денежка мне придет. Я также множество раз здесь вводил. Сайт платит. Так что такие три сайта для заработка без вложений. Ссылочки будут в описании. Регистрируйтесь, смотрите и зарабатывайте. Всем удачи и всем профита!